на Дону. Любовь идет, не сбавляя шаг, мы будем вместе с тобой дышать. На перекрестках и улицах, соединяя наши сердца, она идет незамеченно, касаясь каждого встречного. Услышь ее, она нам поет, вся эта музыка про нее. ФМ на Дону. А ты мой Хьюстон, и у нас проблемы пусто. Под звуки сирены поздно кричать на пилота, но я успею спасти «Большой информационный час». Продолжается «Большой информационный час» на ФМ на Дону, в студии «Набилан». Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях актриса театра и кино Арина Постникова. Здравствуйте, Арина. Здравствуйте. Всем огромный привет. Поговорим мы сегодня о творчестве, о вашем, ну и, конечно же, о фильме, который сегодня снимается в Ростове. Хотелось бы и начать, собственно, с этой темы, потому что фильм «На Донской земле», и мы этим гордимся. И мы. Не можем не гордиться. И мы. Вы сейчас снимаетесь в фильме под прикрытием для телеканала НТВ. Играете главную женскую роль. Совершенно верно. Вот. Как попали? Как сложилась судьба, что вы снимаетесь в этом фильме? Все артисты попадают в кино через кастинг. Я не стала исключением. Замечательный режиссер у нас Сергей Ткачев, который делал очень-очень длинные пробы. То есть пробы были не один раз. Мы проходили их несколько этапов. И, собственно, благодаря этим пробам он понял, я так поняла, что я подхожу. Что вы главная героиня. Да, что я главная героиня, и что я смогу с этим справиться. Я ему очень за это благодарна. Роль великолепная, роль мечта, я думаю, любой актрисы. Поэтому я очень счастлива, правда. Мы поподробнее поговорим об этом. Напоминаю нашим слушателям, работаем мы в прямом эфире. Телефон прямого эфира 200-25-19. Если есть вопросы, звоните, задавайте наши гости, либо пишите нам в WhatsApp 8-938-165-107. Ну, немножечко подробнее. Какая она, ваша героиня? Что вам не нравится, что не нравится? Мне нравится в ней все. Это правда. Но она же главная героиня. Нет, здесь даже дело не в этом. Она очень сильная, она очень интересная, глубокая, надломленная, при этом очень чувственная, эмоциональная. Тот редкий случай, когда в одном персонаже тебе можно сыграть огромное количество разных судеб и ситуаций, которые наши люди, ну, которые вокруг нас, они могут узнать себя в этих ситуациях, то есть как преодолевать. Вообще в идеале, конечно, чтобы эта героиня вдохновила других девчонок или там вообще людей, которые... У меня героиня с очень сложной, на самом деле, судьбой. Мы видим ее там на момент начала сериала, мы видим ее уже такой полноценной сложившейся личностью, с покерфейс, такая, извините, можно ли это говорить в эфире, такая баба с яйцами она. Вот, и не знаем, что за этим стоит. И когда мы узнаем историю ее, понимаем, сколько всего пришлось пройти, чтобы прийти вот к такому состоянию, к тому, что люди, ну, что люди не должны сдаваться. Мне очень хочется, чтобы вот моя героиня, она вдохновила людей на то, чтобы никогда ни вообще... Ни одна женщина не сдавалась. Да, да. И не только женщина, вообще люди. Ну, я знаю, что вы там, помимо того, что, в принципе, просто играете, да, в кино, вы там еще и деретесь. Да, слава богу, да. Как? Был фильм, я знаю, до этого, да, вы снимались, вы там учились, или как это происходит? Почему драться? Во-первых, мне всегда это нравилось, скажу вам честно, и ну, в смысле, не бить людей на улице, а мне всегда казалось, что это завораживающее зрелище, когда красивая женщина красиво расправляется с парой, тройкой или пятью-шестью бандитами, по-моему, это эффектно очень. И... Тем более такая хрупкая. Да, вы сегодня... Я действительно очень маленькая. Ну, мне кажется, что это интересней. Когда мы видим Анджелину Джоли с ее замечательным высоким ростом и фактурой, мы понимаем, что она может. А когда... Да, мои 2,20 роста. Ну, то есть, когда 1,60 тоже это делает. Мне кажется, это эффектно, да. По крайней мере, неожиданно. Вот. Я очень рада, что есть такая возможность. Вот предыдущий полный метр, он еще не вышел, но мне дали возможность такую к этому прикоснуться. Я действительно готовилась, тренировалась. У меня есть замечательная подруга близкая. Она чемпионка мира Европы по кикбоксингу, Дарья Донаусова.
И она мне помогала, она готовила меня. Вот, также предыдущий постановщик трюков Олег Бадю, тоже он готовил меня. И сюда, когда я пришла, я была уже, да, я уже была плюс-минус готова к этому. Но сейчас, конечно, все равно, это все равно мы проводим работу, тренировки, чтобы зритель увидел классный результат. Хотелось бы, чтобы ему нравилось, чтобы не было ощущения, что да ладно, серьезно, ну как не по-настоящему. Да, да. Хотим, чтобы было здорово. Героинь в этом фильме достаточно мало. В основном герои, мужчины, да? Да. Как работается? Павел Трубинер, Владимир Ильин, Дмитрий Миллер. Остановитесь. Как оно с такими-то мужчинами? Потрясающе. Правда, честно, потрясающие. Там еще Илья Малаков, Сергей Сацердоцкий, Володя Виноградов. Ну, состав, скажем так, золотой, абсолютно, потому что Сергей около себя собрал великолепных артистов, профессионалов, замечательных людей. И это огромное, я сейчас не кривлю душой нисколько, это действительно огромная честь стоять с ними на одной площадке. Быть одной хрупкой девочкой среди них. Ну да, пускай они все знают, что я могу челюсть сломать, но это огромная радость и большая честь, правда. Это потому что я у них учусь ежеминутно, ежесекундно и чувствую эту заботу и опеку, потому что, конечно же, они своим мужским началом все пытаются заботиться, там, заклеенным ртом, а нормально, не давит, не жмет, когда там бьют меня тоже ногами, все хорошо, не больно, в общем, это... Да, хорошо, когда такие мужчины окружают. Нет, великолепные партнеры вообще. Я надеюсь, что вот эта любовь, которая между нами на площадке, она такая попадет вот туда, собственно, на пленку, как мы с вами говорили сегодня, и зритель почувствует вот эту химию между партнерами. Это очень важно. Я знаю, что фильм будет сниматься не только в Ростове, и даже не только в России, да, он будет сниматься и за рубежом. Ну, у нас с Ильей Малаковым как раз-таки там есть одна из линий, которая должна происходить в Париже. Мы с удовольствием, мы с огромным удовольствием полетим, потому что мы здесь люди, ну, мы подневольны. Нам сказали, мы летим в Ростов, мы летим в Ростов. Часть в Париж, так не хочется, но придется лететь. Ну, да, это, конечно, сами вы понимаете, это непросто, это придется как-то пережить, но мы не против, да. А по поводу остальных локаций, просто сейчас только продюсер и режиссер знает, куда мы полетим, ли мы в Рим. Там действительно действие происходит во всем мире фактически. Как это будет сниматься, будем ли мы немножко обманывать зрителя в плане локаций, или это будет действительно Рим, Париж, там, Нью-Йорк, Сидней, что угодно. Вот мы это увидим, конечно, с вами позже, я думаю. Успели ли оценить красоты Ростова? Да. Что понравилось? Вот мы с вами говорили, что вы нашли себе время, чтобы для себя время, чтобы посетить стрелковый центр, да, и конный клуб. Да, конно-спортивный, да, клуб. Но у вас вообще, вот я живу на левом берегу, и это, конечно, удивительное чувство, когда утром поют птицы, мы живем прямо около озера, и у вас уже в воздухе пахнет весной. Вчера звонила в Москву по видеосвязи, мне говорят, о боже, у тебя все зеленое уже. Да, действительно, к вам она пришла значительно раньше, чем в Москву. Ну, конечно, Дон. Я всегда его мечтала увидеть, а теперь, когда каждый день, там, каждое утро еду на площадку и проезжаю эту красоту, нет, у вас великолепный город, люди замечательные, добрые, отзывчивые, все почему-то стараются помочь, все сразу же, только там ты посмотришь по сторонам, все хотят, что, потерялись, нет, все хорошо. Я думаю, неужели я выгляжу такой потеряшкой? Ну, в общем, все стараются помочь. Хрупкая, нежная, маленькая такая. Да, да. Конечно, все хотят помочь. Аэропорт. Великолепный аэропорт у вас построили. Я там еще ни разу не заблудилась, это хороший показатель. Это очень хороший показатель, и в очереди никогда не стоишь. Ну, в общем, мне очень нравится у вас. Здорово. Ну вот опять же, из нашей беседы я узнала, что у вас все-таки есть казачьи корни. Да. Расскажите. Если нас слышит сейчас мой папа, я думаю, что он прям гладит себе по груди, гордится. Да, у меня донские казаки, такие прям хорошие корни, прадедушка, дедушка, папа, вот все отсюда. Я понимаю, конечно, что я не Аксинья, но темперамент донской нет. У вас, не знаю, я очень горжусь этим своим происхождением и считаю, что это сильный, властный, очень-очень стойкий народ. Вот, поэтому я очень горжусь своими корнями. Есть у нас сообщение, пришло на WhatsApp. Здравствуйте, Арина, соглашаетесь ли вы играть интимные сцены? О, все очень любят этот вопрос.
Ну, кино в идеале — это та же самая жизнь, поэтому да, да, я соглашаюсь. Я не вижу в этом ничего страшного и зазорного, если это красиво снято, если это необходимо, если это возможно правильно преподнести, чтобы это не было пошло. Да, конечно. Я ничего в этом плохого не вижу. Абсолютно искренне говорю. Ну, то есть я не пуританка, поэтому мне почему очень... нет? Да, да, я считаю, что это часть нашей жизни неотъемлемая, и это показатель чувств к, да, к партнеру, то есть там чувств героев, поэтому да, почему нет? Напоминаю нашим слушателям еще раз номер телефона 200-25-19. Звоните, задавайте вопросы, либо пишите нам в WhatsApp 8-938-165-107. Алина, я знаю, что вы, помимо того, что актриса, вы еще и музыкант. У вас есть, да, музыкальное образование и хореографическое. И плюс вы пробовали себя в роли фотомодели. Музыкального образования у меня нет. Так, сразу, на корню. Да, но я не хочу никого обманывать. Я действительно с 4 лет профессионально занимаюсь вокалом, хореографией. Благодаря моим родителям я получила вообще все, что мог получить ребенок. И очень этому счастлива. Я, да, и без образования, но с 4 лет пою профессионально. Актриса Московского театра мюзикла сейчас. То есть это никак не мешает, опять же, мне в жизни, то, что мне его нет. Я очень люблю музыку, да, люблю двигаться, люблю танцевать. Вот сейчас я говорю, к моим, собственно, любимым занятиям добавились еще и единоборства. Вот, фехтование. Фехтование, опять же, любой артист не даст мне соврать, что это проходит каждый из нас, потому что это обязательный элемент стандвижения в любом театральном институте. То есть ты обязан уметь фехтовать. Хочу сказать, что когда ты постоишь немного в стойке, сразу вспоминаешь о мышцах, о которых никогда не знал. Болят, дико болят. Поэтому наклоняюсь преклоняться перед нашими там мушкетерами, которые делали это профессионально. Да, да, это я говорю, вот сейчас очень хочу еще освоить профессиональную езду на лошадях. Все валится. Да. Вам и карты в руки, пока вы в Ростове? У вас замечательно. У вас очень хороший конно-спортивный клуб. Мне очень нравится здесь. Очень. Я знаю, что ваши родители хотели, чтобы вы стали медиком. Медиком? Так пишут СМИ. Вот, это то, о чем мы говорили. Я не понимаю. Я, мне кажется, чемпион по неправильным интерпретациям. Нет, папа один раз просто пошутил, я об этом разговаривала. Он говорит, ну что, вот что за профессию ты выбрала? Стала бы медиком, стала бы врачом, приносила бы людям пользу, какую-то нормальную профессию. А потом он мне признался, он говорит, просто я слишком сильно переживаю, когда вижу работу с тобой. То есть он смотрит, там звонит, ну что ж ты не видела, что он негодяй? Зачем? А как ты плачешь? Да, да. Ну он очень такой, очень чувствительный человек, и он на самом деле просто очень беспокоится за меня. Я не могу. Медика вы уже сыграли? Да, как раз-таки с Павлом Турбиниром это в одной из работ. Очень часто сталкиваетесь на площадках. Дмитрием Миллером были у вас, да, уже совместные работы, вот с Павлом Турбиниром тоже уже не первая работа. Ну вот с Павлом вторая, с Дмитрием тоже вторая. Но с Дмитрием вот мы плотнее работали, поскольку мы были непосредственно прям партнерами на 80-х. Вот, а так у нас еще будет как раз Алексей Шевченков будет сниматься. С ним как раз вот мой предыдущий, этот бойцовский полный метр. Здесь Сергей подобрал великолепную команду. Я говорю, я думаю, что нашему дорогому зрителю очень понравится актерский состав, потому что в кадре будут асы. И работают великолепно. И вообще команда здесь, которая собралась, и продюсеры, и режиссер, и артисты, и все очень хотят сделать хорошее, интересное кино, кино о людях, чтобы зрителю было интересно это смотреть. Еще одно сообщение. Правда ли, что ваш первый фильм был на комедию Павла Санаева? Официально так и есть. Да, рассказывайте. Был у нас Павел в гостях. Серьезно? Да. Я обожаю Павла, восхищаюсь им и как человеком, и как писателем, и как сценаристом, и как режиссером. Павел написал действительно замечательный синопсис, мне его прислал. Вот, мы поговорили, и, собственно, мой первый полнометражный фильм в Москве, который состоялся, он состоялся по сценарию Павла как раз. Режиссером был Филипп Коршунов, и это, да, это был мой дебют, опять же,
Они очень рискованные, девочку, которую никто не знает, на главную роль, да, взять. Это, конечно, это великолепно. Я им очень благодарна, очень. Считаю, что они прям мои такие отцы-основатели в плане кино. Очень им благодарна. Если возвращаться к нашим коллегам, к СМИ, вот они говорят, что вы темная лошадка в актерской среде. Так. Почему они так говорят? Хороший вопрос, только что хотела у вас спросить. Ну, во-первых, я светленькая, начнем с этого. Не такая уж и темненькая. Но я не знаю, я не очень много, наверное, не очень активно веду свои соцсети, особо не хожу на какие-то там мероприятия, тусовки. Если я иду на премьеру, то, вероятнее всего, только потому, что там снимался мой друг или подруга, так, скорее всего, да. То есть не то, чтобы любительница светской жизни такой вот. Ну, сейчас я предпочитаю работать, а не тусоваться, и я думаю, что так будет всегда. Но я, правда, я не знаю. Ну, то, что обо мне мало известно, это правда. Ну, наверное, лишь только потому, что никто под правильным ракурсом не подносит информацию, как это? которую я даю. Как думаете, что сегодня интересно современным зрителям? Посмотреть «Полный метр» или же вот 16 серий, да, сериал, который снят, который долгоиграющий? Все зависит от материала. Я в этом более чем уверена. Сейчас бывают выдающиеся полнометражные картины. В принципе, считается, что, конечно, ты садишься, допустим, за ужином, включаешь какое-то кино, и тебе, наверное, правильнее посмотреть от начала до конца. Но сейчас такого уровня и такого качества сериалы, вы, наверное, знали сейчас про выход «Игры престолов», и то, что я видела, что даже в Ростове везде в кинотеатрах показывали серию нового сезона. Вы представляете, мне кажется, это совершенно невозможно. Возможно было бы еще несколько лет назад, но сейчас кино идет семимильными шагами вперед, и в плане сценария, графики, артисты работают великолепно. И я думаю, что сериалы теперь могут спокойно конкурировать с полнометражными фильмами, и думаю, что Оскару скоро придется задуматься о том, что ему придется. Да, я думаю, что ему придется номинировать там в каких-либо вообще моментах именно сериалы, потому что то, какого уровня сейчас делают кино, это, мне кажется, стоит аплодировать. Вот по поводу «Игры престолов» у нас даже футбольный матч проходил. Вот тема была «Игры престолов». Вот так, понимаете, всё насколько... Всё было настолько киношно, так круто сделано. Было очень здорово. Просто раньше это все, это были «Звёздные войны», да, какие-то все-таки такие эпохальные, полнометражные вещи. А сейчас вот так. И все это видят, какого они качества. Да, согласна. Арина, если говорить о страхах, что самое страшное в карьере актера, актрисы? Я думаю, ни один артист со мной не поспорит. Вот прям так берусь сказать. Это невостребованность. Это самое сложное и самое страшное. И самое главное, что это от тебя частично не зависит, да. То есть ты можешь быть замечательным, выдающимся, талантливым артистом, мы с вами знаем кучу примеров. Вот, но невостребованность. Не так давно я видела фильм про Людмилу Марковну Гурченко, и как раз она рассказывала о том, как, собственно, в какие вообще больные раны это все превращается, когда ты очень хочешь все, что можешь отдать профессии, но никто этого не берет. И это страшно. Это очень страшно. Что ближе вам? Мюзикл, театр или же все-таки кино? Это, знаете, как любить, там, спросить, кого из там своих трех детей ты любишь сильнее, наверное. Это абсолютно разные вещи, и я не лукавлю. Это абсолютно три разных вселенных, которые никак нельзя разделить, но магия кино, то, что, конечно, происходит в кино, и тот, не знаю, та сумасшедшая палитра, которую, вот, ну, собственно, которую кино дает реализовать, когда ты можешь там за 5 дублей сделать, не знаю, 5 разных вариантов личности, это, конечно, захватывает. Да, кино все-таки. Нет. Нет, в театре, допустим, в театре совершенно другая история. Там невозможно соврать. А? В театре невозможно соврать. Соврать можно всегда, если на то пошло. Но в театре есть вот эта невозможная, ничем незаменимая связь со зрителем, когда ты работаешь и чувствуешь, что вот он здесь и сейчас.
И это подпитывает и тебя, и его, и ты можешь вот сейчас выйти и сыграть только так. То есть оно... Ты не сможешь... А, сейчас, секундочку, подождите, я что-то... Нет, я здесь что-то не додал. То есть вот этого... В кино у тебя нет такой возможности. В кино нет вот этого энергообмена. Да, вот именно со зрителем. То есть ты выдаешь сейчас все на камеру, и только потом, в итоге, посмотреть. Можешь, да, спустя время там понять, как зритель реагирует, потому что все в кино ради зрителя происходит, и никак иначе, как и в театре. Но в театре ты получаешь реакцию сразу же, а тут тебе приходится сидеть и ждать. Как примут, понравится, не понравится, что получилось, что не получилось. Потому что в кино вот, ты видишь каждую свою, собственно, трещинку, морщинку, каждый взгляд, и это тоже ответственность огромная. Еще одно сообщение. Здравствуйте, Арина. Какую бы роль вы никогда бы не сыграли в своей жизни? Ой, я еще о таком не слышала, не думала, не знаю, правда. Не знаю. Я бы не сыграла, наверное, нацистку, да, не сыграла бы. Отказались бы, вот. Отказалась бы. Да, да. Так. Вот такая у меня почему-то, не знаю, пришла сейчас на ум идея. Я понимаю, что это для меня такой какой-то запретный совсем плод, потому что, мы недавно с моими партнерами просто обсуждали вопросы Второй мировой войны. Вот, поэтому. Да, я понимаю, что это вряд ли бы получилось, вряд ли бы у меня получилось оправдать свою героиню. Да, наверное, так. Такой ответ 25 лет. Ну что ж, всего очень мало времени остается до конца эфира. У вас много лирических героинь, которые переживали и положительные, и отрицательные эмоции. Да? Что для вас настоящее женское счастье в таком случае? Для каждого, конечно, счастье свое. Для меня это, чтобы все мои родные были живы и здоровы, чтобы я также активно продолжала работать, чтобы моя профессия ко мне благоволила. И семья и работа, чтобы они вот так же вместе, как сейчас, вот они гармонируют. И я говорю, самое, конечно, главное, чтобы наши близкие были здоровы. Это очень важно, и когда смотришь как, там, на чужие потери со стороны, понимаешь, как сильно тебе стоит дорожить тем, что у тебя есть. Это и работы касается. Поэтому каждый проект — это большая благодарность. Хотели бы, чтобы ваш избранник был из актерской среды? Или же вот... А пусть он будет электрик. Ага, вот так. Да. Я личной жизни вообще стараюсь не разговаривать, потому что, есть вещи, которых касаться не стоит. Есть люди, которые совершенно не обязаны отвечать за твою публичную жизнь. Поэтому, судя по опыту, то, что я вижу там, в своей жизни, что происходит, или у подруг, совершенно не важно, из какой среды твой избранник, лишь бы вы были совместимы и понимали друг друга, это самое важное. 24 часа вместе. И съемки, и жизнь. Я думаю, что не проблема. Это в этом тоже есть положительные стороны, очевидно положительные, когда вы абсолютно понимаете профессию друг друга, вы ее принимаете. Это все зависит от, наверное, от интеллекта партнеров, не более. Если вы понимаете друг друга и понимаете, что происходит между вами, то почему нет? Закончатся съемки сериала под прикрытием. Какие планы дальше? Что делать? Запускается еще несколько проектов у меня параллельно. Вот. Буду развиваться, работать. Буду любить родных. Доделываю ремонт. Вот. Планы наполеоновские. Не планируете записать, может быть, диск какой-нибудь песни? Знаете, сейчас такое количество у нас замечательных певцов, более-менее талантливых, самых разных. Поэтому я думаю, что если меня жизнь не приведет, вот именно в сторону эстрады, то это случится. Если там Бог даст, случится, это тогда случится. Потому что музыку я люблю, обожаю, но это должна быть твоя безусловная ниша. То есть, если такой материал приходит, который прям твой, вот, а пока все, что я пишу, пишу в стол. Так, пишите. То есть, насобираете на альбом? Без сомнений. Мы под занавес, так сказать, нашего сегодняшнего эфира. Сообщение на WhatsApp. Ели ли вы донские раки и презентовали ли вам на Дону уже рыбу? Раков, да! И это было потрясающе. Это, конечно, очень вкусно. Вот, рыбу еще нет, пока нет. Но, обманула вас. У нас был выходной, и мы
с ребятами, поехали на ваш центральный рынок великолепно, взяли сазана, и у нас прямо около гостиницы поставили мангал, около озера, да. Конечно, да, да. Здорово. И это, во-первых, это фантастически вкусно, очень красиво, и овощи у вас замечательные, и рыба замечательная, и люди замечательные. В общем, Ростов великолепен, это правда. Спасибо вам, Марина, за то, что нашли время, посетили сегодня нашу студию. Желаю вам процветания дальнейшего, чтобы вот все, что вы задумали, обязательно сбылось в вашей жизни, чтобы были роли, которые вот просто сделали бы вашу жизнь. И спасибо. Сделали ее полноценной. Напоминаю нашим слушателям, что в гостях у нас сегодня была актриса театра и кино Арина Постникова. На этом я, Инна Билан, с вами прощаюсь.